Это слово!
убийца хочет что-то спросить. Но мы воюем против себя. Боюсь, что мы побеждаем. Обращается к капитану. Как там ваш боевой капитан? Я хочу, чтобы ты понимал. Я
знаешь Шекспира? Знаю, сэр. Я много слышал. Он гениальный правитель. Он описал те опасности. В общем, их не увидел никто. Кроме Шекспира? Да. И посмотри эту пьесу. Если ты понял, я постараюсь. Я верю. Если, конечно, захочешь. А вдруг у меня не получится? Но будешь снова мочить говорящий каток. Он и пел. Значит, и пел тоже. Сначала попробовать, а после...
после драться и гладки. Узнаю твою манеру выражаться. Суровый не сгибает быть человек. Ты дрожишь, тот 22-й. Oh!
трусли для мерзких грешей. Слишком везли, чтобы стать узурпатором власти. Прошу избрать верховным бюрократом мы. Фигнея, копировальный аппарат. Я предлагаю субурбия. После того, как за мной перестанут следить. Это волнует мой.
законное право ядом плеваться в этих тупых контролёров. Можем ходить по квартире словно младенцы, сколько угодно чесать себе лысину, брать в туалет враждебные книги и подтираться святынями объединенных космосов. Чувствуешь, Тити? Нас только двое во всей вселенной. Двое свободных граждан. Только подумай, мы абсолютно свободны. Удивительная перемена. Значит, все это время ты не был самим собой. Благородный Тити, либо ты что-то задумал, либо твою мамашу тайно имел папа Римский. Ладно, вижу, не хочешь быть со мной откровенным. Ну и не надо, только учти, ты сегодня усилил серую тупость. Сколько энергии, сколько работы, чтобы власть перешла к достойному. А теперь я знаю Субурбия. Он тебе отомстит. За что он будет мстить, трусливая бездарность? Я подарил ему власть. Вот за это и будет мстить. А знакомый лед? Это мужчина Сурвия. Не до узнала о перемене участи. Мне наплевать на судьбу ее мужа, но сама эта крыска мне симпатична. Они не общались ни разу в кабинете.
есть особая кабинка для секретных, очень важных разговоров. Мне понятно его нетерпение. Я сам потащил свою старуху в эту кабинку в свой первый пафосный день.
тепер я визвав подарунки. Повинне, повинись збиться в кучу, чтоб на бугах верховного меня. Но стоило сказать про подарунки. Слезал их коровы языком. Я пошутил, какие подарунки в такой прекрасный, благодатный день. Сумурки! Нам газ нормализующий поможет. Возможно, я ошибся. Ты не такой уж осёл. Я не осёл. Возможно, ты ошибся. Что ты будешь делать с этим пророчеством? Я не осёл. Продолжим.
Старик, на всякий случай, имеется шут. Это не брать.
вновь принесу тебе ребра. Thank you.
объятиях ты будешь защищен от любопытных глаз. Люци приближается к Титию. Но если ставишь правду получи, и больше мне не сын. Не понимаю, тоже ненавижу. Мало! Прежде мой сын! Достаточно!
ясной природы. Остаться, братья, выходят. Позволю встать.
сосновью жука. Ну, копни его, если не справишься, я рассержусь. Погнет Люция! Yeah.
не безупречен. Все кончено. Сурби, ты победил. Oh.
Эксперт написал про стабильность насос.